из сердца исходят злые помышления и злые действия, но и в сердце они могут появляться и от дьявола, и от Бога. Часто бывает так, что мы чувствуем, появляется какая-то мысль, и она не наша, она пришла откуда-то извне. И обычно это темная мысль. Мы думаем, разве это вот свойственно мне что-то дурное совсем чувствовать, думать, слышать? Это дьявольский прилог. Но очень важно не услаждаться им, не вести с ним какую-то внутреннюю дискуссию, не повиноваться этой внешней мысли, внешнему чувству, не считать, что это что-то наше, забывать, отвергать, игнорировать, не анализировать. И самое главное, с молитвой обратиться ко Господу, внутренне спросив Его, откуда у меня вот эта чуждая мысль, и попросить надо Господа отгнать ее от вас. Господь всегда помогает. Если только мы не начинаем услаждаться этой чуждой мыслью, развивать ее в себе, отсюда недалеко и до согласия внутреннего с грехом, и до совершения греха.